Что такое таухид? Это покорность Аллаху посредством подчинения Ему, а также непричастность к многобожью и Его приверженцам. Суть таухида в том, чтобы ты ненавидел то, что ненавидит Аллах. Ненавидел того, кого ненавидит Аллах, а также любил того, кого любит Аллах, и любил то, что любит Аллах. Необходимо принимать все атрибуты Аллаха и Его прекрасные имена так, как это пришло в благородном Коране и Пречистой Сунне, без ложного толкования, изменения, подобления и отрицания. Каждому мусульманину, надеющемуся на встречу с Аллахом, нужно следовать праведным предшественникам, брать то, что говорили праведные предшественники в отношении того или иного аята или хадиса, а собственные толкования людей, которые пришли после праведные предшественники, отбросить в сторону, если у них не будет основы. Ширк, оно же многобожие, это предавание Аллаху сотоварищей, оно может проявляться абсолютно в разных формах, как, например, страх, надежда, любовь, упование и так далее. Все дело возвращается к Аллаху, и к Нему возвращаемся мы. Бойтесь Аллаха должным образом, о рабы Аллаха, и никогда не забывайте о том, ради чего вы сотворены. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне.